господа товарищи, всем привет. Volvo XC90, 12-й год. Ради шумоизоляции снимается потолок. И вот вкратце о нюансах, с которыми я столкнулся. Как бы вроде ничего сложного, но первое, это вот эта заглушка, которая ставится вот здесь. Поворотом на 90 градусов она достается, то есть подковыривания никакие ничего не дали, все легко поворачивается. Вот, вот так вот она стоит, в любую сторону на 90 градусов поворачиваем, достаем. Один момент. Второй момент, это уже плафон в пленку упечатал, чтобы не запылился. Второй момент по плафону. Два болта под вот этой вот центральной заглушкой. С этой стороны она подковыривается, это легко. Ну и откидывается, два болта. И потом пришлось сдвигать. Вот она вот так стояла на потолке. Фишки, само собой, снять и сдвигать в сторону багажника. Сдвинуть и достать. Зеркало отсоединил. Повесил на проволочке, не полез в саму конструкцию, именно вот сюда жмут проводов идет, фишки нигде нету под потолком, вот он жмут проводов пошел по стойке, поэтому решил, он подвязал, пускай висит, мешать не будет, не стал я здесь ковыряться, нет необходимости. Стойки понятно, как бы снятие ручек всех тоже понятно, заглушечки эти достаем, канцелярский ножик вот с этой стороны или с этой, без разницы, и аккуратненько там болты. Плафон для задних пассажиров тоже все понятно, подковыриванием достаются штучки эти, козырьки. В принципе, тоже ничего сложного, стойки, на стойках одна клипса. Когда снята будет, снята ручка, клипсу вот эту вот отсюда подковыривал, вот отсюда с этой стороны лопаточкой, вот такой, все, и досталось. Козырьки все тоже элементарно просто, заглушка вот эта съемная на себя, здесь тоже все видно, все на защелочках. Умотал, покуда будет делаться виброшумоизоляция, чтобы не запылило. Пускай так лежит. На подсветку, само собой, провод. Вот они. Один козырек, второй. И вот. Далее что? Проводка приклеена к самому потолку. Придется проводочку нам еще подснимать. Подотклеивать. Вот она, уклеенная, пошла. Придется снять, по-другому никак. Фишек нигде нет. Потом каким армированным скотчем вклеим обратно. В принципе, все. Ничего сложного. Пару слов про снятие обшивочек различных стоек. Стойка, обшивка стойки багажника, там где динамик стоит. Вот такие вон здесь механизмы зацепляющие. Естественно, предварительно то, что внизу стоит. Вот это надо снять. Ну, это, я думаю, все элементарно, просто и понятно. В принципе, вот там, где ремни безопасности задние, вот они, защелочки, лопаткой на себя поддергиваем, лопаткой помогаем, все снято. Вот по вот этим вот центральным стойкам
нюансик такой небольшой был. Внизу заглушка прямоугольная, ее снимаем. Вот она. Подтягиваем чуть вниз, чуть на себя, к сиденьям она снимается. Так, дальше заглушка. Под уплотнительными ремнями вот здесь вот две железки, которые необходимо стянуть. Раз клипса, два клипса, три, четыре. Четыре клипсы срываем внизу. Она оттопыривается, вот эта часть оттопыривается. Потом надавливанием вниз, вот этой всей стойки, надавливанием вниз. То есть воздуховод не снимаем, надавливаем вниз. Выводим из зацепления верхнюю часть, вот эту вот, вверху стойки крепится. Вывел из зацепления, вывел из-за потолка вот эту вот часть. И потом вот так вот просто взяли, хоп, достали. Воздуховод остается на ней. Все, в принципе, так больше никаких моментов нет. Может быть, кому-то эта информация пригодится. Поэтому, собственно, и решил заснять видосик. Небольшое дополнение к проводке. Обнаружил фишку. Вот в углу она стоит. Все, отсоединяю вот эти вот клипсы. И вся проводка остается на потолке. Фишка. И все вопросы. Вот так вот выглядит фишка. Еще один моментик нарисовался. Шланг задней омывайки приклеен к потолку. Непонятно почему. Здесь по стоечке пошел, а здесь он к потолку приклейка идет. Ну, значит, уберу и сделаю он туда где-нибудь, там уложу его, чтоб не было привязки к потолочку. Все, всем пока. А мы отсоединять провода и вынимать потолок по диагонали через багажник. Вылезет.